Выследив крупную газель, гепард сразу же бросается в атаку. Все, что нужно сделать хищнику, так это завалить травоядное на землю, чтобы захватить свою жертву в мертвую хватку. Но у этой газели доблестное сердце, хоть она в отчаянии, но все равно не хочет сдаваться. На помощь хищнику приходят ее детеныши, и вместе им, наверное, удастся завалить на землю свою жертву. Они так же, как мать, набрасываются на газель и хватаются своими острыми зубами за задние лапы бедного травоядного. И кажется, еще мгновение, и им удастся справиться с поставленной задачей. Но газель не хочет так просто сдаваться. В один момент ситуация резко меняется. Собравшись с силами, газель отчаянно набрасывается на грозного хищника. Она пронзает кожу и мышцы гепарда своими рогами, превращая обидчика в жертву. Грозный гепард отступает, а отчаянная газель спасается бегством. Она отлично защищалась против грозного хищника, а самка гепарда получила серьезные травмы в этом поединке.